Нам, как менеджерам, очень важно уяснить одно. Конфликты, они были, конфликты, они есть, конфликты, они всегда будут в нашей работе. Поэтому либо мы учимся управлять ими, либо они управляют нами, и тогда за результаты уже непонятно, кто будет отвечать. Поэтому сегодня наша с вами задача понять, что же такое конфликты, понять, почему они у нас возникают, какое действие они несут, и познакомиться с теми техниками, которые нам с вами помогут с наименьшими потерями, с наилучшими результатами выходить из этих конфликтов.